Здравствуйте, друзья. Я делаю небольшой сюжет, просто чтобы познакомить вас с теми ресурсами, которые могут оказаться полезными для участия в Green Card лотерее. Эти ресурсы я повесил на страничку на сайте залив.org. Залив.org – это то место, где задают вопросы для ответов на нашем канале. Ну вот, в частности, я сделал страничку, и на этой страничке есть несколько очень важных ссылок. Значит, первая ссылка – это официальный сайт лотереи, вот здесь. Это то место, где вы заполняете форму, для, форму заявки для участия. Вот, пожалуйста, значит, это инструкции, это для инструмента, который фотографии ваши контролирует. Это то, как вы заходите, вот тут пишете вот эту капчу, и вперед понеслось, значит, участвуете в лотерее. Мы говорим, что, ребята, не спешите, участвуйте там через пару недель, потому что мы за это время сделаем сколько-то сюжетов, покажем, как заполнять форму и так далее. Но если вам очень как бы не терпится, значит, просто помните, что если подвисло или что-то такое произошло, то до тех пор, пока номер не появился, вам не дали номера участника, значит, ничего не произошло. Вы можете еще и еще раз это все делать до тех пор, пока не появится номер. То есть у вас не возникнет конфликт между множественными заявками, которые вы подали. Признаком того, что заявка принята, является вот этот номер, так написано в правилах. Вот дальше идут, значит, всякие правила, инструкции, информация. Форум «Говорим про ЕС» – это важнейший источник ответов на вопросы. И я даже не знаю, как вот можно мимо него пройти. Соответственно, есть наш канал, который, с одной стороны, мы, конечно, тоже на вопросы отвечаем, но мы не сравниваемся и не тягаемся с форумом. Ну, так, может быть, больше для бодрости, для настроения. Некоторые видео, которые я тут вот отобрал из тех, что делал раньше, ну, тоже где-то информация там есть, где-то, может быть, она мотивационная. Вот это то, с чем вы можете начинать, я бы сказал, начинать разбираться. Вот если как бы в моей концепции, что нужно немножко подождать, вот это то, где вы начинаете разбираться. Вот, наверное, все, и успехов вам, и до встречи в наших новых сюжетах.